Приднестровское качество 2020. Торгово-промышленная палата объявила о старте ежегодного республиканского конкурса. Его главная цель – пропаганда и поддержка отечественного производителя, повышение конкурентоспособности и продвижение качественных приднестровских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К участию приглашаются предприятия, организации различных форм собственности и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо до 15 октября подать заявку в торгово-промышленную палату. К слову, нынешний конкурс станет 18-м по счету. Организаторы отмечают, что ежегодно растет число его участников, равно как и номинаций. Также постоянно расширяется ассортимент товаров и услуг, которые представляют на конкурс производства и предприниматели.